сейчас мы показываем вам две версии кинотеатра для детей. Первая, которую в прошлый раз мы использовали, называлась «История игрушек 3», да, кинотеатр. Вот здесь вот такой проектор. Вот сюда вставляется диск. Вот включается вот так проектор, и на стену можно показывать кино. Правда, в этой книжечке, в этом проекте, всего одна история. История игрушек «Большой побег». И вот здесь мы видим 6 дисков. Это 6 серий этой истории. А вот в новом кинотеатре, который мы вам сегодня представляем, 5 историй. И на каждую историю есть по 2 диска. То есть сегодня мы вам покажем только Синдереллу. А в следующий раз, может, мы покажем что-то другое. Вот. И здесь совсем здесь другой вот проектор. Проектор тоже включается и показывает на стенку. А здесь вот такой проектор, он включается, показывает на стенку. Здесь еще есть лампочка, фонарик, что можно читать текст из книжечки. Вот такие вот замечательные игрушки под названием кинотеатр. Но изображение в этом кинотеатре, в этой версии, немножко меньше. То есть, если его увеличить, то качество будет хуже. Вот. Но, тем не менее, маленький экран, маленькое изображение, но видно очень хорошо. И очень интересно, можно самим поиграть в кинотеатр, самим показывать кино. Есть и другие. Если мы найдем другие, мы вам тоже покажем. Так, выключаем. И выключаем здесь. Ссылки на сами видео, где мы показываем, как играть с этой игрой «Домашний кинотеатр», вы найдете в описании или в конце этого фильма. А теперь вперед! Смотрим историю вместе с нашими принцессами. Кинотеатр. Принцессы из сказок Уолта Диснея. История игрушек 3. Большой побег. Приятного просмотра. Смотрите наши истории. Пользуйтесь нашей рисовательной азбукой. Рисуйте с нами. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Мы всегда вам рады. Спасибо за просмотр.